Часів Яр розташований за 17 кілометрів від Бахмуту, де точаться запеклі бої. Українське місто постійно закидає ракетами та снарядами Росія. Під вогнем перебувають і цивільні. Разом з рятівниками «Восток-СОС» команда з оборони вирушає до Часового Яру, щоб евакуювати маломобільних людей. Ми спочатку з'їдемо в Часов Яр, забираємо пожилих людей, сидячих, і потім возвращаемся в Краматорск, забираем сидячего и лежачего человека и потом перевозим в Покровск на поезд, на эвакуационный. Вчера слышны были там бои автоматные уже. Обстрел, самое сложное. И шоковое состояние людей, это тоже чуть-чуть этот. Наша организация предоставляет маломобильным и лежачим жилье, питание, медобслуживание. Не хотите эвакуироваться? Нет, я еще останусь. Не страшно? Страшновато. Так надо выезжать. Куда? У вас рост. Там родичей нема. И пенсии 2000. Что я буду делать? Выживаю. Почему не выезжаете? Не за что. Это сплатить. Так, отвезете, а дальше что? Дадут 2000 и палец в рот. Все? Нету ни тепла, ни... Ни тепла, ни света, ни связи, ни хрена ничего. Ни воды нету. Как же вы выживаете? Сейчас вот. Окна разбиты все. Вот выживаем. Сколько людей в доме осталось? 8. А еду где берете? Привозят волонтеры. Вот вчера привозили. С Киева, с церкви. Пацан занимался спортом. Много медалей у него. Все. Закончил школу Бубки. Закончил Луцкий институт. Хотел дальше учиться на это, бо получил диплом бакалавра, хотел дальше учиться, пойти в полицию. Ну так, случилось по контракту, попал это. А Горбенко, да, Данил Юрьевич, 23 года. И где он погиб? Под Северском. Сейчас в Днепре, в четверг похорон. Чего не выезжаете? Куда? С чем? С чем? Она же круглосуточно вот это. Бух-бух? Да. Нога у него левая обморожена или просто опухшая красная, он на нее не становится. Вот это с 31 числа, как он ушел, и больше он уже ходить не мог, лежит. Я ему вставать не разрешала, одела памперсы. Вас в больницу заберут, как я вам и говорила, через Покровск на Днепр. Так высоко не поднимай. Я видела, что там окна заложены. Сюда прилетело? Не, это он закладывал, чтобы теплее было. А там вообще не отапливается, да? Она отапливалась печкой. Ну а когда на ноги упал. Волонтери різних організацій, які евакуюють людей з Донецької області, привозять підопічних до евакуаційного потягу. На початку війни такі ходили з Краматорська, проте у квітні Росія обстріляла вокзал, і це стало небезпечним. Нині евакуаційний потяг курсує з Покровська. Це ближче до західної межі області. Вам просто пересісти сюди треба, і все. Я сама. Спасибо, ребята. Все, в порядок. Дякую. Да, хорошо. Наш дом попало. Дому. Тут было хоть и свет был, и отопление было тепло. Можно было как-то еще жить. А сейчас ни света, ни воды, ни тепла. Мы не хотели ехать вначале, потому что еще было там и теплые батареи, и вода, и все было. А тогда не стало уже ничего. В кухню попал снаряд. И разбило все кругом. Вікна повилітали, все повилітало. И в кухні, и в спальні. И тоді позабивали вікна, що сидимо в холоді. Руки, ноги не нагріються. От. И от так і пришлось. А тоді собиралися їхати. А так, нема там нічого. Холодина, все кругом. Що на вулиці, що в хаті сидиш. Зуб на зуб не попадеш, і тебе чіліпає, і трусить. У дітей спиш, кушай готовий, поїв гаряченько. Туди-сюди вже все холодне, все тут.
И зараз тоже так и пришлось нам выехать. Потом не знаю. Буду спрашивать пока. На 2000 очень не протянешь на съемной квартире, а дома не дам, ну, еще в апреле месяце. Да, да. А там туда прямо в крышу попало. И как пролетела эта не ракета, а как, что как свистять. Стекла. Кассета. Вот она у меня на крыше. Кассета. Полетела все на месте. И вікна опять полетіли, і стекла. І як у кухні як зайшла, сиділа я за столом. Як пішов дим, туман, я задихаюся ключового. Не видно ніде нічого, свистить і все. Хай бахнує. Я ж кажу, по неволі приходиться в'їжджати. Просто страшно, розумієте? І це ж не перший раз, вже в нас третій раз. Мы посадили людей на поезд, который идет отсюда до Львова. В Днепре его будут пересостыковывать, эти вагоны разделяют и в разные места. Один на Киев по вагон пойдет, в эвакуационный будет до Львова идти. В Днепре наш из Восток-СОС ребята тоже встречают, снимают и вывозят в шелтер Восток-СОСа. И там у них распределительный пункт, ну как это... Ну, один мужчина, вот этот лежачий, он сразу поедет в больницу, потому что у него что-то с легкими, у него хрипит этот. Остальные в шелтер, и там будут заниматься их расселением.